Всем привет, друзья, с вами Фризен, продолжаем Сому. В прошлой серии мы прибыли на станцию Дельту. Наша капсула разбилась по непонятным причинам. Возможно, нас сбили, возможно, просто у нас какое-то рулевое не работало. И мы просто впендюрились в дно океана, дно моря. Так, Саймон потерпел крушение рядом со станцией Дельта. Он по-прежнему пытается найти ковчег, но для этого ему сначала нужно добраться до станции Тета. Тета. Так, а мы сейчас на станции Дельта, да? И должны понять, что тут у вас происходит. Или мне прям от станции Дельты надо уже топать? Таблетки. Что тут у вас такое? Какие-то человечки, деревья. Что это? Так, от света мои глаза болят. Он говорит, что для того, чтобы узреть спасение, это... стекловидная плоть в моем черепе не нужна. Я с радостью вырежу их, не позволю им искажать восприятие моей божественной миссии. Речь идет, наверное, о вот этих, да, хрусталиках, то есть о глазах, да, которые тебе слепят. Так, подожди со своей запиской. Еще одна записка. Так, мое отражение в черной крови нашего наблюдателя шепчет мне что-то, что я должен спасти их из этого ада, дать им выспаться, закрыть их в тех же светлых снах, что видел я. Но это... Оу, ты их реально здесь запер? Он кого-то здесь запер. Прям такой форшмачный звук. Так, в шахматы со мной будут играть кто по сети? Жаль. Ну что тут у вас, записка какая-то? Смотреть за тем, как Ниу захватывает Дельту, воплощающее волнующее занятие. Еще полгода назад меня бы это обеспокоило. Я бы получил... Гоя и Ванну. Поручил Гоя и Ванну счистить эту чертову кровь с машин. Теперь же ее корочка словно дополняет, я бы даже сказал, улучшает Дельту. По-моему, эта хрень очень сильно поглотила ваши мозги. Прям основательно. Они прутся с этого. Убавил немножко звук, потому что я посмотрел прошлую серию, когда за нами гонялся мужик, и меня там почти не было слышно. Так, что же мы должны тут найти? Так, здесь мы вроде ходили, да, по этой железке? О, вниз, может быть, сигануть. Ну, вряд ли там... Там отсек вроде грузовой. О, капсула. Или мне не пустят, да, никуда? Тихо. Робот меня, смотри, преследует. То есть не преследует, а сопровождает. Это хорошо. Стоп, я круг навернул. Нифига себе. Ладно, пойдем по фонарикам этим.
Кстати, а для чего мы... Ух, сколько у вас здесь много. А для чего мы настраивали рацию? Я, робот, откопай его. Могёшь? Нет? Ты только дверь открываешь? Или можешь? Ну нет, так нет. Рацию, говорю, а для чего мы это... Поворачивай. Фу, ты придурок. Еще раз так пискнешь на меня, я охренею. Но он так пронзительно запищал. Может, кого-то увидал. Я говорю, что рацию мы ж крутили. О, это твои друзья или это фонарь? Блин, жаль. Самое, знаешь, что прикольное? То, что мне приходится бегать по дну моря или океана. Где мы находимся? Опять я сюда пришел. Какого фига? Ну, пойдем вот на эту вывеску. А-а-а. Там тоже нет ничего. То есть, смотри, дно огроменное. А нет, есть вход. Огроменное дно, и ты попробуй что-то найти здесь. Оп, человек, питаешься? Блин, опять его слушать, а? Ладно, давай послушаем, что он скажет. Что? Ух ты, фоточки. Опа, тут вас кто-то подстрелил ее? Сверху, вон, видишь, кровища пошла. Кого-то еще подстрелили. Ладно. Окей, расскажи свою историю. Так. Ее напарник сошел с ума. Видимо, после поглощения той черной жидкостью. Я здесь. Приблизить? Что мне это приближение дает? Отдалить? Да я знаю, что мне туда надо. А толку-то от этого? Но самое забавное, что здесь это продолжает работать. Все, одноразовое. Ну, то есть монитор выдвинулся, и он такой чистенький. Ладно, спускаемся. Рац! О, тихо. Смотри на мои руки. У меня тоже эта хрень на руках теперь. Вон, видишь? Блин, мне тоже эта хрень поглотила. Поглощает. Я думал, это огонечки. А это не огонечки, ни хрена. Так, робот. Скажи, куда нам идти? Это моя капсула? Да, это моя капсула. Значится. Ну, пошли обратно. Блин, что делать? Рацию мы настроили, покрутили. А приемника мы вроде не встречали. Хотя, возможно... Стоп, подожди. Хотя, я мог... Может быть, я не тот канал еще настроил. Так, это антенны. Здорово. Так, здесь я настраивал... Ух ты. Ну, здесь я настроил. 840. Хотя я и в этих корпусах-то не было толком. Робот, открывай. Открывай, робот. Где робот? Ну, робот, блин. Вот дверь.
Робот, ну пожалуйста, открой. Пожалуйста, дверь. Открой дверь, робот. Робот, блин. Чё, нет? Ладно. Возможно, мне указывает какой-то путь адекватный. Это что? Еще одна вышка? Если да, то она не подсоединена. Это что за домик? Дельта. Основной корпус? Так мы здесь были? Или же нет? Да не, были. Ты чё? Ну да, шахматы. Это мы все ковыряли. А вот чтобы рацию... Ага, там туалет. Чтобы с рацией по рации связаться, такого вроде не было. Угу. Есть там одна дверь, но робот не хочет ее открывать. Ладненько. Опа, еще что-то, да? Или мы это тоже тыкали? Доставка. Точно. А, во! Цепление 840. Отказ двигателя? Тогда давай, смотри. Угу. 216 и 049. Окей, пошли. Я знаю, где это, я знаю, как это. А, по-моему, красная 49-я. Блин. Где это? Вон там. Тогда желтая получается 240-я. Такие там координаты. Так, смотри. Пятерка. И вот это. 49-е. Окей. Пойдем. Отстань. Так, 49-е. Конечно, никто не ответит, что я тыкаюсь. О! Хера себе. На подходе. Так, на подходе. А на подходе это куда? На подходе это где? Здесь? Фига себе, с камерой охеревшей. О, себе дирижабль подводный. Так, смотри, у меня целый корабль уже появился. Или он просто мне что-то привез. Робот, отойдите, задавит. Как я угадал с этим местом? Ну, в смысле, с высадкой. Я просто ломанулся под эту херню. Открывай. О, закрывай. Поехали. Фу. Короче. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from the robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Что за игра такая охеревшая? Помнишь первого робота Карла? Работник, который сидел в подвале, жил, не тужил.
с которым мы все время спорили, что он робот, он говорил, что нет, я живой. Так вот, в итоге-то мы его оставили на вечные страдания, потому что нам нужна была энергия. Сейчас эта женщина говорит, что вот эта вот штука создана для того, чтобы перевозить грузы от станции к станции. Но она не может им управлять, потому что у нее сломался чип. А этот чип надо достать у робота, который где-то там лазит. Говорит, вот тебе дубинка, на. Это точно дубинка? А как ей пользоваться? Ай, ладно, придется... Я, кажется, понимаю, что они типа как живые. У них есть свое сознание. Но это же выживание. Она меня еще успокаивает. Ой, это же типа все равно роботы. Ну, роботы и роботы, понятно. Ну и там же сознание человека. Ай, блин, больно. Вот, блин, нет, чтобы с одного удара можно вырубить его. Так нам приходится его над ним издеваться. А пушку ты нахера выкинул? Пушку ты, может быть, возьмешь? Это полезная штука. Пушку, говорю, возьми. Спокойненько закрываем ему отсек. А пушку ты взять не хочешь? Ты чего взбесился? Пойдем дверь откроешь. Пойдем. Робот, открой дверь. Или ты обиделся на меня? Как там тебе? Ладно. Чип мы достали. Видишь, какое издевательство над роботами? С первого раза нельзя было его убить. Пришлось мучить его. На. О, новая картинка. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. Just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Короче, она все у нас успокаивает, что типа... Таковы вот выживания. Типа... Поехали. Алло, женщина. А, кыл. Говорит, типа, другого выхода не было, все равно. Ой, давай понаблюдаем. Робот, маленький, пойдем за мной. Очень близко. Было бы прикольно, если бы она сделала так, цап-цап. В какую сторону мы плывем вообще? Я, наверное, ничего не увижу, да, потому что здесь темно. Даже на ящик ты не можешь запрыгнуть. Саймон. Ну, неинтересно, чё ж так темно? Это самый такой офигевший самый момент, когда ты перемещаешься по океану или морю, и ты должен все разглядывать, но ты не видишь ничего. А почему меня не сносит? Я же в движении. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunbat, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. Huh.
That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. То есть какие-то странные разговоры пошли о том, что я теперь тоже робот. То есть Саймон считает себя роботом. Думает, что он робот. Что у вас здесь? Она все говорит, успокойся. What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The WoW sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Komorabi and the others? This is all we got. The guest is still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Здесь, по-моему, тоже кого-то пересадили. Ну и подсознание пересадили. Что должны мы сделать здесь? Здесь мы должны найти какой-то саркофаг. Мощный, который был... Что? Какая? Wait. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? Нет. No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Да не, это подлинненько. I don't understand. Что мне это даст? Ничего мне это не даст. А так просто бессмысленно выключать роботов всех подряд тоже не имеет смысла. Вначале надо понять, что здесь происходит. Да что ты так тянешься? Оу. Что-то надо покрутить. Ага. Теперь вот сюда крутить. Прикол. И что? Алло? Ну чё, она не крутится? Или я не так сделал что-то? Ага. Вот это защита. Пип-пип.
Убойся защелки. Мощно. От кого вы так защитились? А там вторая еще стена, нифига себе. Тень. Я не знаю же, что и думать. Саймон считает себя роботом. Как бы и девчонка не против то, что я робот. Открывай. Если я робот, то какого хрена я человек? А, нифига себе. Кто это сказал? Откуда звуки? И? Вроде никто не встречает, да? Но это пока что. Hello? Anyone there? Ну ладно. Catherine, we found Theta. Свет загорелся там первый, значит сюда ломанемся. Так, кто-то должен быть в лазарете. Откройте! Откройте! Не открывают, ладно. Зайдем с другой стороны. Правда не открывают, гады. О, туда мы тоже позже зайдем. Вначале посмотрим. Точняк, дай сюда что-нибудь. Пустое ведро. Хе-хе. А, это не портал. Это не... не ведро, а табличка, предупреждающая о том, что пол очень... А, смотри, прикол, я могу даже не бросать. Блин, огнетушитель был. Ладно, давай залезем. Двери так откроются, не открываются. Кто здесь у вас? Кто тут у вас? Блин, как же быстро летит время, а? Где я? Вот какой древний компьютер. Йо-хоу. Ладно. Подключаем, что это нам даст. We're here. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... it's... heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's... it's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad.
Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Что происходит? Говорит, мы можем угнать офигевший корабль, потом спасти остатки человечества, но у нас нет кода доступа, потому что это корабль, гондола, на карантине. Да. И она сказала, я вам открою типа какие-то двери, не двери. Иди ищи мне код доступа. Ну и пойдем искать мы в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.